Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня очередной роллинг. Не под какую-то акцию. Русский сервер наебатор 1901. Вот такой вот ник. Попробуем выбить ему недостающие героев. Судя по всему, это бездонатный аккаунт. Не, немножко доната все-таки есть. Сейчас посмотрим, какие у него есть герои. Так, находится он в гильдии Шах. Вот так вот, группа WhatsApp, телефончик на экране. Кидайте заявочки, вступайте. 74-75. Гильдия активная, правда, первые четвертые места битва гильдий. Атака фортов. Но вы можете все это изменить. Так, окей, поехали посмотрим, что у нас есть интересного на аккаунте. Есть у нас плюшечки. Довольно-таки неплохие. Такс, ну плюхи, сундуки, блин, ща мы тут, ребятушки, понавытаскиваем, чувствую, всякой всячины. Такие вот плюхи у нас, сундучки топовые, пятые, шестые, четвертые, третьих нету, не вижу. Ну, четвертые, в принципе, тоже неплохие, пакты, со отсюда. В общем, поехали, давайте посмотрим, что у него делается по героям. 80-95, роза есть, обос, королева ос, нифига себе, да у него тут нормально героев. Асура свален, карты даже смысла нету открывать, бугимен, вот посмотрите, бугимен, скиталец, свален, асура, офигеть. Витком донате такие герои уже есть. Королева ос, ну понятно, зефира нет, это еще нереально. Оба довольно-таки неплохо, я вам скажу. Окей, поехали, пооткрываем плюшечки. Давайте все-таки эти карты откроем, посмотрим шансы. Афинка, бигфутик. Так, окей. Вот самые желанные, самые востребованные. Нифига себе, 24, где-то он это все копил. Так, смотрим. Коробочки, коробочки. Ой, неплохо. Сейчас нормально подтянем аккаунт плюшками. Такс. СО. Раз, два, три. Три СО и три пакта. Довольно-таки неплохо. Плюс еще камешки. Ну, книжки. Понятно. Коробочки тоже, в принципе, неплохая тема. 138 коробок. Ну, у него тут хватает, смотрите. Ресурсов на аккаунте вполне-вполне даже. Так, поехали, вторые откроем. Грубая сила, еще три карты. Давайте посмотрим на шансы. Бигфут заклинательница. Ну, самые топовые на сегодня это вот эти, потому что здесь падает куча книг, которые востребованы для прокачки, и куча коробок. Ну и плюс девятые. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот так вот, девять нам упало. Рун девятого таланта. 55 у него уже, неплохо. Хороший аккаунт с таким донатом, конечно. Довольно-таки неплохо. Сейчас посмотрим еще героев. Так, поехали, шестые откроем. Так, плюс 10. Ну, здесь в основном самые ценные это рунки. Неплохо падают. Так, девятые мешочки. 2, 4 и... Ребятушки, практически... Получается, что? 160 осколков Фобоса. 160. Офигеть. И почти скин собрали. Даже больше каких 160. 170, блин. Сейчас посмотрим, что у него. Может, у него были еще? Нет, нету. Он бы, наверное, был бы первым. Дуэлянта 46. 190 осколков Фобоса. Блин, 10 осколков каких-то не хватило. И реально можно было бы собрать уже этого героя. Неплохо. Инваш плюс 30. Так, хорошо. С этим разобрались. Поехали. Посмотрим, что у него вообще на аккаунте. И за ролем. Так, с роза. Десятка, неплохо. Фрейка хорошая. Скинул, видите, немного. Блин, неплохие варианты, я вам скажу, героев, сборки вообще отличные.
Топчик, топчик, тыковка. Тут, конечно, исцеление надо качать однозначно. Тут вот это вот исцеление надо на тыковку. Изворот классная тема, но все-таки исцеление должно быть на тыкве именно. Так, окей, поехали дальше, отлично. Артика с исцелением, не знаю для чего. Так, дальше пошел у нас походу трэш полный. Ну, ожог восьмой. Не, ну это конечно, это жесть уже дальше. Лучше мы дальше это все не смотрели, оно без хорошей. Правда ремка, ну я не знаю, на по локации разве что сразу фармить. Седьмой ожог. Интересное решение. Целу. Нет, ну тут, конечно, жесть по талантам. Дальше, короче, ребята, лучше не смотреть. Так, ну, в принципе, он их там не особо прокачивал. У него камней всего хватает для прокачек. Так, хорошо, с этим разобрались. Поехали дальше. Поехали, займемся самым интересным, попробуем вытащить ему. Я надеюсь, оба ему так придет, потому что будет обидно, там 190, и мы вытащили еще одного. Свален, пожалуйста, вот так вот, ребят. С первых же тычек, вуаля, недостающий герой у нас уже первый есть. Отлично, свален готов, поехали дальше. Ведьмочка, фараон. Череп Дракос. Вот черепа начали падать, одержимые. Неплохо, неплохо. Рандомчик, давай. Фрейка, Дракула, Валентина. Валентина, Ледяной Феникс, нифига себе. Неплохо. Но пока, к сожалению, только один у нас недостающий. Сейчас мы рейдик затащим. Думаю, пойдет жара. Тыковка сразу же. Паладин. Ну куда? Варлок. Да ну нафиг. Посмотрите, что делается. Одержимый. Сколько ли лех. Это просто жесть. Правда, они обычные. Дракос. Неплохо так. Бочка. Даже бочка выпала. Варлок. Так, окей, поехали дальше. Малышник, неплохо. Ладракула, да блин, да что за фигня? Леги падают, но падают обычные. Нам надо эпические. Второй свален. Заклинательница. Призрачный всадник, Дракос. Ну на таком аккаунте Седнушка. Конечно, падает довольно-таки хорошо. Так, рандомчик, ниндзик. Давай нам уже какого-то еще одного недостающего. Гаргул. Опять Дракос. Это просто какое-то издевательство. Ронин. Нифига себе. И последних королева змей. Да, печально, печально, конечно. Ну, хоть одного недостающего мы это достали, но, блин, это жесть. Столько всего повыпадало нам, хотя герои нам классные выпадали тоже, и Ледяха выпал, и Фрея выпала, но они здесь уже, по сути, нафиг не нужны. Оба практически
практически мы собрали, смотрите, скиталец, ассурик. Ну, на таких, на таком аккаунте, я даже скажу, ролить смысла нету уже больше. Фобоса он дособирает, у него останется там с таких героев обычных, это королева ос, которая по сути нафиг не нужна, и ассурик, которого в принципе скиталец, без которых, ну, единственное, бугимены. Вчера бугимены хорошо падали, было бы неплохо еще вытащить, но опять же, ролить, я думаю, смысла нету. В общем, ребятушки, такой вот аккаунт, одного героя в двойном экземпляре мы хотя бы вытащили. С этим поздравляю, Свален, в принципе, довольно-таки неплохой герой, но бугимана однозначно надо тоже и ассурика иметь, но аккаунт более чем, но с талантами надо разобраться. В общем, пишите комменты, ставьте лайки, всем удачи, всем пока.